14 اکتبر از سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر استانه جمهوری قزاقستان در همایش نخستین آسیای مرکزی با روسیه اشتراک و سخنرانی کردند. در کار همایش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پرزیدنت فدراسیه روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توکایف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف اشتراک کردند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در کار همایش نخستین آسیای مرکزی و روسیه سخنرانی کرده، با پرزیدنت فدراسیه روسیه برای اقدامشان جهت برگزاری این نشست و به راهبر کشور میزبان قزاقستان جهت در سطح بلند تدارکاتی تشکیل کردن چاره‌بینی اظهار سپاس نمودند. уважаемые коллеги, признательны президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за инициативу по проведению первого саммита в формате Центральной Азии и России. Благодарим президента Республики Казахстан, уважаемого Касым Жомарта Кемелевича Токаева, за организацию сегодняшней встречи. Она проходит в юбилейный год установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и России. За прошедший период мы смогли добиться высокого уровня двустороннего взаимодействия политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Должное развитие получило сотрудничество в рамках ООН и других международных и региональных организаций. На фоне стремительных изменений глобальной политики и экономики открытый и взаимоуважительный диалог между нашими странами приобретает особую значимость. Приветствуем предложение российской стороны об учреждении шестисторонних экспертных площадок для обсуждения насущных вопросов, приоритетных для наших стран направлениях. Готовы запустить такое взаимодействие в области торговли, транспорта и коммуникаций, в сферах образования, гуманитарного сотрудничества и противодействия новым вызовам и угрозам. Уважаемые коллеги, в нынешних условиях особую актуальность приобретает проблематика обеспечения безопасности. В нашем регионе не снижается накал напряженности, связанный с террористическими и экстремистскими группами. Активно распространяется идеология религиозного радикализма. В разы увеличились объемы незаконного оборота наркотических средств и оружия, не сбавляя обороты транснациональной организованной преступности. В контексте радикализации общества нас крайне волнует усиление влияния идеологии салафизма и ваххабизма. Это очень опасная тенденция и может в любой момент проявить себя как при активной поддержке извне, так и используя так называемые спящие ячейки внутри наших стран. События этого года в регионе показали, что этими тенденциями попытались и воспользоваться наши недруги. Были предприняты попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию при помощи радикалов, преступных группировок и экстремистов. Необходимо все время отслеживать ситуацию и действовать на опережение. Совершенно новый вызов последних лет – это перемещение наших граждан в регионе с повышенной террористической активностью. Нам необходимо наладить более действенный сотрудничество в целях выявления и купирования каналов вербовки. Выступаем за усиление координации по линии наших специальных служб и компетентных органов в целях развития существующих и создания новых механизмов совместной борьбы против распространения радикализации в регионе. Ситуация в Афганистане напрямую влияет на нашу безопасность.
Таджикистан, как ближайший сосед, всегда выступал и выступает за становление Афганистана в качестве мирного, свободного от терроризма, войн и наркотиков государства. Мы разделяем призывы к оказанию гуманитарной помощи многострадальному народу Афганистана. Предоставляем свою приграничную инфраструктуру и логистические возможности всем заинтересованным странам для доставки адресной гуманитарной помощи народу Афганистана. Мы ни в один день не прекращали снабжать соседнюю страну столь необходимой электроэнергией. Вместе с тем, с озабоченностью наблюдаем за расширением в Афганистане деятельности различных террористических и экстремистских сил. Вызывает тревогу концентрация боевых отрядов этих сил, граничащих с нами в провинциях Афганистана, а также формирование его в северо-восточных районах специальных подразделений смертников. Кроме того, по всей стране на базе общеобразовательных школ в срочном порядке создается сеть медресе для подготовки десятки тысяч маджахедов, включая смертников. Очевидно, что в непосредственной близости от нас создается плацдарм для эскалации радикальной экстремистской идеологии. На фоне этих тревожных тенденций заметно осложнилась обстановка по всему периметру таджикско-афганской границы, который составляет более 60% от общей линии границы Центральной Азии с Афганистаном. Мы стараемся укреплять границу и создавать необходимую пограничную инфраструктуру. В этой связи выступаем за налаживание более практического сотрудничества наших стран в вопросах оказания друг другу помощи, укрепления потенциала охраны границы и исключения тем самым негативного влияния афганского фактора на безопасность региона. Уважаемые коллеги, новые условия мирового развития диктуют необходимость укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества. Сегодня мы становимся свидетелями того, как действующая система глобального экономического регулирования переживает процесс переформатирования. Разрывает стоявшиеся цепочки поставок колебаниями подтверждения мировых целей на сырьевые ресурсы для глобальной экономики, характерно растущая нестабильность. Эти факторы создают дополнительные вызовы для экономического роста наших стран. К сожалению, сфера экономики стала главным составляющим геополитической борьбы. Политика санкций в обход Совета Безопасности ООН стали не исключением, а правилом. Мы с беспокойством наблюдаем за этими процессами. Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана, и сотрудничество с ней в этой области занимает особое место в комплексе взаимоотношений двух стран. В нынешних неопределенных условиях мировой экономики принцип превентивности во всех сферах экономических отношений между нашими странами становится одной из важнейших задач. Считаем, что в текущих условиях странам Центральной Азии и России необходимо найти нестандартные подходы к формированию наиболее эффективной модели экономического сотрудничества. В этом контексте выступаем за поддержание режима наибольшего содействия в торговле широким кругом товаров в стратегических отраслях нашей экономики. Создаваемый нами шестисторонний экспертный механизм в сфере торговли должен стать эффективной платформой для обсуждения межстрановых экономических проектов. Предлагаем также запустить совместный проект под условным названием «Превентивная экономика» для объединения усилий в условиях воздействия внешних шоков. Большие перспективы нашего многостороннего сотрудничества существуют также в сфере промышленности. Пятилетняя программа ускоренного развития промышленности Таджикистана на период до 2025 года
предусмотрено повышение уровня производства в данном секторе 2,5 раз. Поэтому мы заинтересованы в создании совместных предприятий с партнерами из стран Центральной Азии и России в различных отраслях промышленности. Предлагаем разработать и принять программу стимулирования промышленной кооперации стран Центральной Азии и России. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности имеет важное значение. В условиях нарастания негативных тенденций в этой сфере нам необходимо сфокусировать внимание на принятии согласованных и скоординированных действий в этом направлении. С учетом высокой взаимосвязанности наших экономик, необходимо более аккуратно подходить к установлению запретов или ограничений на торговлю зерном и другими жизненно важными продуктами между нашими странами. Большое спасибо.